Два ужаса медведя в пол. Одна за соты мстить. Обидчик не желала. Пчела украла медведя в лоб. Она за соты мстить. Обидчик не желала. Но что ж? Что же, умерла сама, лишившись жала. Какой удел того, кто жаждет мести? Гроб. Раз, два, три, гроб. Друзья, я напоминаю, что мы сейчас слушаем «Нравоучительное четверостишие», которое написал Александр Сергеевич Пушкин в содружестве с Михаилом Николаевичем Языковым. И сейчас мы прослушали стихотворение «Мстительность», в котором ведется рассказ о том, что пчела ужалила медведя в лоб, которая обидчику за соты мстить желала. Но что же, умерла сама, лишившись жала. Какой удел того, кто жаждет мести? Гроб!